Долгожданные 7 градусов тепла, и это значит, что автомобилистам пора менять зимнюю резину на летнюю. По закону переобувка машин регулируется техническим регламентом Таможенного союза. Документ запрещает использовать летнюю резину в календарную зиму и зимнюю с шипами в жаркие месяцы. Теперь про штрафы. Сотрудники госавтоинспекции могут наказать рублем, если колеса машины не соответствуют требованиям 5 пункта перечня неисправностей и условий ПДД России. Так, если на оси автомобиля установлена разная резина, предусмотрен штраф 500 рублей. В среднем летняя резина служит 2-4 сезона. Однако апрель все равно случится ажиотажным, уверяют продавцы шин. Зимнего дефицита по самым популярным диаметрам 14, 15, 16 не повторится. Но маркировка, сбои в логистике и простои заводов из-за пандемии сказались на ценообразовании. Бюджетный самый взять, это, грубо говоря, «Кордиан», «Каму», «Вяти». А такие бренды дешевые Китай, там не сильно цены подорожали. Уже от среднего класса шин, допустим, такие, там, не знаю, как Хэнкок, там, Матадор, Нокиан, та же самая бюджетная линейка, она в среднем, ну, на рублей 400-500 подорожала. Если взять премиальные шины, опять-таки же не все, уже в пределах подорожания идет 500-700 рублей. Касается удорожания как импортной, так и произведенной в России резины. С новой стоимостью выйдут и складские остатки. При этом с прошлого года практически не изменились в цене услуги шиномонтажа. Так, снятие, установка и шиномонтаж одного колеса легковушки обойдется в усредненные по Самаре 200 рублей за 14-15 диаметр и 240 рублей на радиус 16-17. Съем, мойка, перебортовка, балансировка, установка на машину. Никак не изменилось вообще. Ни на копейку не подорожало. То есть прайс как был, так и остался. Все зависит от радиуса колеса. Там от 1000 рублей. Если эта машина там большая. Если маленькие, то намного меньше. Кроме смены резины, с потеплением важно заменить салонный фильтр и проверить, не забит ли грязью радиатор. Зимой из-за снега этого незаметно. А вот летом из-за такого недочета автомобиль может перегреться. Ольга Хамракулова, Сергей Баскин. События.